Добрось, меня сегодня расскажу о вот таком вот универсальном средстве, которое должно быть в любой косметичке, аптечке. Это антибактериальное средство для ухода за кожей против воспалений с органическим лаймом и чайным деревом. Сразу об ингредиентах. Чайное дерево – идеальное средство для кожи, склонной к воспалению. Она сразу убирает, предотвращает воспалительные процессы и купирует их. Плюс здесь лайм, который является тонизирующим, матирующим средством. Он как раз убирает вот эти вот последствия жирной. Плюс здесь немножко есть салициловая кислота, которая также хорошо борется с прыщиками, да, нашими воспалительными процессами. Плюс это средство я использую, когда, например, меня или ребенка зуд идет на укусы насекомых, тоже очень хорошо помогает. Поэтому вот такое уникальное средство в этом каталоге, оно представлено со скидкой 329 рублей, извините. И я считаю, что оно нужно везде. Применяется точечно, ведь в жидком виде находится. Я беру немножко либо на ватку, либо на пальчик и промакиваю точечно на место воспаления. Желаю вам хороших покупок, обращайте внимание на такие продукты.